Дорогие друзья, всем привет! Благодарю, что вы зашли ко мне в гости. Сегодня у нас очень простое все и вкусное. Сырные палочки. Здесь у меня моцарелла, сахар, соль, яйцо, сметана. Можно взять йогурт или кефир. Добавляем муку и рыхлитель. И замешиваем тесто. Раскатываем наше тесто. Я при раскатке немножко использовала муки, так как сыр всегда разный. Сегодня моцарелла у меня сильно влажная. И рецепт, как всегда, под видео. И нарезаем такие небольшие полосочки. Нарезаем и переходим к жарке. Нагреваем масло. Вот так красиво. Все. Жарим. Не забывайте подписываться на мой канал. Рецепт, как всегда, под видео. Все так просто и быстро. Переворачиваем и еще обжариваем до готовности. Видите, у меня сковородка немножко неравномерно греет. У меня уже новая партия. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Невероятно вкусно и просто. За несколько минут. Дело, чтобы вам было видно. Не видно, ладно. Великолепные сырные палочки. Быстро. Просто. Рецепт под видео. Всем пока и до новых встреч. А я продолжаю следующую партию. Посмотрите, какие они красивые. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока!